Всем привет! Вы на канале «Все обо всем». Когда подходит время отпуска, мы начинаем задумываться о планировании нашего отпуска. Давайте же сегодня с вами поговорим об авиакомпаниях мира. Предлагаю вашему вниманию топ-5 самых безопасных авиакомпаний мира. Пятое место. EasyJet. Это английская бюджетная лоукост авиакомпания. Порт прописки расположен в лондонском аэропорту Лутон. Компания была создана в 1995 году и за почти 20 лет своего существования стала крупнейшей авиакомпанией Великобритании. По количеству перевезенных пассажиров в год более 50 миллионов. EasyJet является второй по размеру бюджетной авиакомпанией Европы, уступая только авиакомпании Ryanair. Маршрутная сеть состоит из более чем 600 рейсов, связывающих между собой 140 городов. На начало 2019 года в самолетном парке авиакомпании EasyJet насчитывается 158 авиалайнеров, еще 4 заказано. Средний возраст самолетов – 8 лет. Четвертое место. Авиакомпании KLM. KLM – национальная авиакомпания Нидерландов и самый старый авиаперевозчик в мире, выполняющий рейсы под одним названием с момента образования – Royal Dutch Airlines. Была основана в 1919 году. На настоящий момент KLM является частью холдинга Air France KLM и полноправным членом авиационного альянса SkyTeam. Маршрутная сеть KLM насчитывает около 150 пунктов назначения. Главный офис расположен в небольшом городке Амстелвейн, а основной хаб – аэропорт Амстердама. 2015 года авиакомпания входит в десятку самых безопасных авиакомпаний мира. На начало 2019 года в самолетном парке KLM насчитывается 119 лайнеров, еще 8 заказано. Средний возраст самолетов – 11 лет. Третье место. Virgin Atlantic Airways, известная как Virgin Atlantic. Это британская авиакомпания, выполняющая перелеты в основном на средние и дальние расстояния. Основные аэропорты-хабы – Гатвик и Хитроу в Лондоне, а также аэропорт в Манчестере. 51% акций авиакомпании принадлежит Virgin Group, остальные 49% – американской Delta Airlines. Маршрутная сеть британского авиаперевозчика насчитывает 31 направление. Перелеты осуществляются в Северную Америку, страны Карибского бассейна, Африку, на Ближний Восток и в Азию. Так как компания осуществляет перелеты на дальние расстояния, пассажирский флот состоит из дальнемагистральных воздушных судов. На начало 2019 года в самолетном парке авиакомпании Virgin Atlantic насчитывается 46 лайнеров, еще один заказан. Средний возраст самолетов 9 лет. Второе место. Norwegian Air Shuttle, более известная как Norwegian Airways. Бюджетная авиакомпания из Норвегии. По годовому пассажирообороту занимает 4 место в Европе среди лоукост-операторов, после Ryanair, EasyJet и Air Berlin. Порт прописки – аэропорт в Осло. Обладает большим количеством хабов в Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки, Бергене, Лондоне и других городах. За более чем 20-летнюю историю деятельности маршрутная сеть авиакомпании выросла до внушительных размеров – 126 пунктов назначения. Норвежские авиалинии связывают Европу, Северную Африку и Ближний Восток. В общей сложности авиакомпания выполняет 416 маршрутов в 35 странах и на 4 континентах. Наибольшее число рейсов выполняется из Осло, по скандинавскому региону, по бизнес-направлениям и в зоны отдыха. Один из самых длинных рейсов в мире выполняется на Боинге 737-800 Осло-Дубай. Его протяженность 5133 километра. В 2012 году была создана дочерняя авиакомпания Norwegian Long Haul, выполняющая дальнемагистральные рейсы в США и страны Азии. Для этих целей были приобретены современные Boeing 787-8 Dreamliner. На начало 2019 года в самолетном парке авиакомпании Norwegian Air Shuttle насчитывается 158 лайнеров, еще 3 заказано. Средний возраст самолетов – 4 года. Первое место. Авиакомпания Emirates. Это один из крупнейших авиационных перевозчиков в мире. Порт прописки – международный аэропорт Дубай. Emirates – очень примечательная авиакомпания, которой принадлежат большое количество наград, достижений и призовых мест в различных рейтингах. Например, эта компания занимает первое место в мире по количеству международных рейсов. Также ей принадлежит самый большой и самый молодой дальнемагистральный пассажирский флот.
Компания отличается высочайшим качеством сервиса, обслуживания пассажиров и самыми современными системами аудио-видео развлечений на борту. Как мы уже говорили ранее, пассажирский флот авиакомпании Emirates один из самых молодых в мире. На начало 2019 года в самолетном парке авиакомпании Emirates насчитывается 273 лайнера, еще 8 заказано. Средний возраст самолетов – 6 лет. Самолетный парк авиакомпании Emirates составляет исключительно современные дальнемагистральные лайнеры. Согласны вы или нет, судить вам. А мы полетели дальше. Понравился топ? Поставь лайк. И не забудь подписаться на наш канал. Всем спасибо. Пока-пока.